предыдущей серии. Дима Гордей Димзибит решается прокачать новую тачку подписчику. В этот раз гостем, который будет ему помогать, стал Саня Булкин. Тюнинговать они будут легендарный Ford Mustang. Звучит круто, но на деле от Мустанга осталось только название. Авто ржавое, с потрепанным салоном, на убогих дисках. Да что там говорить, даже чтобы открыть багажник, нужно снимать номер. Интересный факт, что Ваня, владелец этого чудо-авто, обменял его на свой мотоцикл, чему в принципе были рады его родители и девушка. Чтобы привести эту развалюху в нормальный вид, придется, конечно, изрядно потрудиться. И сейчас мы с вами будем за этим наблюдать. Желаем вам приятного просмотра. Готовьте чайоку и погнали! Блядь, да ладно, нахуй! Серьезно, это моя тачка, вы что, реально? Каждый день она мне снилась. Я устроился буквально через день на работу, на которую мне на машине было ездить 15 минут, а без машины полтора часа. Я кайфанул от этого. Поэтому она мне снилась в два раза больше. Я каждый день о ней думал, сидя на работе. Обсуждали с девушкой каждый день ее, какая она будет. Мы-то все мечтаем о желтой. Но у нас были мысли о том, что она может быть и розовой, и зеленой. И черный. Это супер крутое ожидание, но очень томительно. О, ну что, эту серию мы начинаем с покупки дисков. Смотрите, какие мы урвали катки. 19 радиуса, передние 9G по ширине, задние 10G. Выглядят они, я считаю, очень круто. Но у них есть два минуса. Первый – это то, что они бушные и все-таки они закоцаны. Взяли мы их за 35 кусков, просто другие более подходящие мы не смогли найти. Второй минус – это то, что они желтого цвета. И как вы понимаете, желтые диски на желтой тачке будут смотреться, как выколи глаз. Поэтому мы сделаем все по классике, покрасим их в черный цвет, и помогать нам в этом будет Фили-диск. Приветствую! Смотрите, сколько займет по времени покрасить диски? Пару дней. Разберем, смоем старое покрытие, покрасим, соберем, покроем лаком. И отполируйте еще полку, да? Отполируем полку обязательно. Будут гореть? Гореть, сиять будут. Отлично. Давайте теперь покажем какие-нибудь уже работы, которые вы делали. Вот, например, вот эти диски. Смотрите, как они смешно смотрятся, маленький и большой. Возьмем вот этот. Давайте. И сюда вот поставим, чтобы была видна разница. Диски будут вот такого черного цвета с полированной полочкой. В общем, получается, у нас будут вот такие диски, вот в таком цвете. Ну, только полка будет серебристая. В общем, отдаем вам эти диски в покраску. Парни уже работают на рынке давно, так что к ним можно смело обращаться. Ну, а мы сейчас приступаем к покраске самой тачки. Я ее вижу желтую с черными полосками. Мы с Ваней такую машину хотим. Не знаю, какая она у нас получится. Салон был серый, кожаный. Я хочу, чтобы он был белый, кожаный. Но Ваня говорит, что это будет совсем колхоз. Но я хочу. Yeah.
Итак, сейчас наступает мой любимый момент. Это ожидание результата покраски. Для вас прошло всего лишь несколько минут, а для меня это целая неделя ожиданий, мучений, как же там окрашен наш мустанг. В этот раз мы красимся, кстати, у ребят Red Bros Custom, который находится по адресу Оставский проезд, дом 10. В общем, пойдемте и посмотрим на результат. Still young, I'm still dumb, can you forgive that? One day I'll grow up, I'll get it intact. I got a girl that knows every single lyric. She love the way I talk, she love my syntax. Итак, здорово, здорово. Чё там, как успехи? Ну, сейчас посмотришь. Всё супер? Да. Я хочу напомнить то, что мы поменяли бампер, поменяли капот, то есть морда у нас полностью почти новая. Также мы сейчас ищем фары, задние фары уже нашли, передних ещё в поиске. Ну, ладно, давай, хоть показываем. Для меня это все время как бы очень такой волнительный момент, потому что ты вообще не знаешь, конечно, как конечно. Она. Что, сразу так? Ну, давай. Во-о-о, нормально. Первый сон мне приснился в первый же день, когда ее забрали. О том, что с ней что-то случилось плохое, ее расфигачили, полностью переделали внешний вид, переколхозили, поставили какие-то стрёмные диски. Я такой думаю, нет, зачем я ее отдал? И это все на самом деле как будто реально. Ну, то есть я просыпаюсь, все, мне дают тачку, я вижу, в каком она состоянии, я такой думаю, что за колхоз, наклеили такие, знаете, полоски из винила таких 90-х годов, я такой, типа огня, я такой думаю, что за хрень, а надо показать, что, блин, супер, пацаны. Какая яркая, сразу бросается в глаза, то, что это яркая тачка, блин, супер. Единственное, чего не хватает, черных полосок, я прям вижу эту тачку с двумя черными полосками. В дальнейшем мы обязательно это сделаем. Машина уже отполирована, как я понимаю, да? Но мы еще сделаем керамику, и цвет будет еще более сочный и еще более яркий. Единственное, что мне не нравится, это вот этот желтый пластик. Он прям бесит, смотрится как-то колхозно. Я надеюсь, что мы найдем уже фары новые, сразу уже с черным. Либо, если будет даже желтый, то попросим парней перекрасить. Так, в целом, я очень доволен. Давай, спасибо. Если вам нужно что-то покрасить, перекрасить, то смело можете приезжать к парням. Red Bros Customs находится по адресу Оставский проезд, дом 10. Ссылочки, естественно, по традиции мы на всех спонсоров, которые нам помогают, оставляем в описании. Так что можете приезжать. Качество проверено. Ну а мы сейчас отправляемся дальше прокачивать тачку, ведь нам нужно поставить гидроручник, поставить звук, поставить весь салон, который у нас будет полностью перешит, поставить тонировку, черные полосы, керамику, там диски, резину. Короче, впереди еще много работы. Блин, как мне задолбала эта фраза, уже много работы. Все, погнали. One thing that it surely never changed is the Russian wish I get when you hit me up is crazy. Сейчас у нас перетяжка салона идет полным ходом. В данный момент перетягиваем торпеду. Она будет полностью в красном цвете. И пойдемте, я вам покажу то, что уже сделано. Смотрите, вот они, сидушки. Красный, просто красный, сочный цвет. Тут у нас перфорации. Но самое крутое, это дверные карты. Они вышли вообще прям как с завода. Вот посмотрите, как смотрится. Этот красный цвет, мне кажется, идеально подходит к формам этих дверных картов. Давай сейчас приложим. Так, одну хотя бы. Ну, блин, ну выглядит вообще люто, реально. Я очень рада, что Ванина тачка попала в такой крутой проект, потому что, блин, она изменится и будет очень-очень классно. Я уже всем друзьям рассказала, все ждут, все говорят, как только выйдет видео, скинь ссылочку обязательно. У меня даже подруга подписалась на Диму в Инстаграме, вот. Хотя, в принципе, нам не интересная тема тачек, но мы подписались на него. Feel a little pain on the backdrop. Nowadays the words feel like chalk on the blacktop. Cause when it rains, they're gone. It's invisible ink. No sharpie or indelible stink. Самая главная проблема в сборке этой тачки – это лобовое стекло. Мы искали его везде, где только можно, и он просто нигде не продается. В принципе, вообще в России в разборе на этот мустанг лобаша нет. Но мы решили не останавливаться и не ставить разбитое стекло, ну треснутое все. И пошли очень сложным путем, мы изготовим его сами. Нашли контору, которая их делает, поэтому сейчас мы ждем, пока нам сделают стекло. Ну еще пока парень сейчас перешивает салон, я вам покажу, какой мы поставим звук. Пойдемте. В
В этот раз у нас снова будет стоять сабвуфер от бренда Урал Саунд. Сразу же с усилком, у него 900 ватт, то есть саб будет мощный. Динамики у нас будут стоять вот такие херц. Раньше у нас стояли вот такие, а теперь будут стоять вот такие. Я думаю, разница очевидна. В общем, сейчас по-быстрому устанавливаем звук и дальше дособираем салон. Вась, кайфуешь от работы? А то вообще прям. Прокачивай тачки одно удовольствие. Вот просто посмотрите еще раз. Мне прям нравится наблюдать, как машина улучшается. Вот так было, и вот так теперь будет. Еще решетка будет сверху. Чтобы не попал сюда всякий мусор, не разорвал наш мощный динамик. Идеально. Или может в другую сторону? Сюда херц зажал? Салон. Салон? Ну да. Типа ты повернул. О, нихера, у тебя херц. Херц? Нормально. Да нет, на самом деле очень крутая фирма, те, кто шарит, они поймут. Блин, я думаю, что она изменилась до неузнаваемости. Я не знаю, как тут можно оценить ее по 10-бальной шкале. Я думаю, она изначально была на троечку, но с ней работать-то надо было провести очень много, потому что она была в супер плачевном состоянии, что салон, что кузов. Да на 10 из 10 она будет 100%. Ну что, прошел еще один день, и мы наконец-таки поставили стекло. И стекольщики, которые его устанавливали, говорили, что оно супер крутого качества, без каких-то бликов, оттенков. Короче, крутое стекло. Заднее оно стоит стоковое, но оно нормальное. И по салону, смотрите, какой уже результат. Поставили консоль, которая у нас идет посередине, и осталось только поставить сидушки. When you're feeling down on your luck, you're tired and stuck, enough is enough, you gotta pick yourself up, cause life gets hard, it might leave scars, could tear you apart, if you let it be smart, yeah, you wanna be just like the stars, take me to Mars, high up and far, cause that's a start, all I know is that I love making art, straight to my heart, keep up my guard, and always work hard, yeah. Эта проделанная работа просто не может не радовать. Вы посмотрите на этот яркий красный салон с вышивкой Мустанга. Сейчас все люди, которые проходят, они просто все в шоке, всех просто, у них просто бурные эмоции, потому что они видят красный, ярко-красный салон, желтые тачки. Плюс мы еще... вот эта штучка еще не пришла, к сожалению. Но она сейчас придет, у нас будет череп тут спереди. Багажник, помните, как у нее открывался? Там вот номер там что-то откручивал. Теперь просто берем палец, нажимаем. Бах. Ваня будет рад. И капот тоже там. Раньше он там что-то как Винни-Пух дергал этот рычаг. Теперь вот, оп, одним пальцем раз. И капот открылся. Вообще огонь. Сейчас поедем ставить выхлоп, затем ручник, ну и все остальное. Филитек выхлоп. Второй раз мы уже приехали к вам. Теперь у нас в прокачке Ford Mustang. Там мотор атмосферный, 5-литровый. Звук как бы уже мощный, но такое ощущение, как будто звук сечет. Что делать? Смотри, поскольку тачка старая, там 100% что-то заржавело, где-то образовалась дырка или много дырок. Выхлоп просто сечет, как ты сказал, отовсюду. Что мы сделаем? Мы сделаем просто новую выхлопную систему. Там, я так понимаю, все удалено, катализаторов нет, как обычно. Там уже какой-то прямоток стоит. Да, сейчас там прямоток. Мы все это соберем, сделаем качественный и благородный звук. Благородный. Звучит. Многие из вас знают, что филитеки стоимость услуг чуть выше среднерыночной, но, как говорил сам Генри Форд, а у нас Ford Mustang, повторюсь, разочарование от низкого качества проходит быстрее, чем... Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены. В точку. Эта цитата подходит как никогда. Короче, Дим, смотри, у тебя до этого шло просто две прямые трубы, которые пересекались одним H-пайпом, это был прямоток, там все катализаторы были... Ну, колхоз обычно. Ну, короче, да, колхоз. Сейчас мы установили пламя-гаситель Mercedes.
Дальше у нас идут две банки, и звук будет собранный, будет четкий, как я говорил, и он будет просто великолепный. Мне уже не терпится завести тачку и услышать вашу проделанную работу. Давай. Первый запуск. Бам. Пять литров. Вот это настоящий звук 5-литровый. Но здесь еще в помещении, надо ее выгнать и послушать на улице. Че, выгоняем? Да, выгоняем. All the pain you caused me, I know that we weren't perfect. I feel I have a curse that nothing I do works, and I know. Реально, вот это настоящие 5 литров. Просто адский выхлоп. Огромный респект. Вот, если вам нужен крутой выхлоп, то Filitec, приезжайте, рекомендую. Ну и ссылочки, как обычно, на всех партнеров, которые нам помогают, я оставлю в описании. Выхлоп мощь прям. Он сейчас стрельнул. Да, сейчас поедем еще поставим ручник и затем керамику, полоски. Пламенем прям. Огонь. Стрельнул. Сегодня я не пошла на экзамен. Меня, возможно, отчислят из института, потому что у меня уже есть задолженность одна. Будет вторая. Вот. И у нас послезавтра будет комиссия. Будут проверять студентов на долги и, возможно, меня отчислят. Но я осталась на съемке, потому что я очень хочу увидеть машину. Ее точно нет. Я думаю, в Москве такой нет. Я, скорее всего, даже в России такой нет, в таком состоянии тачки. Максимум 1-2, наверное, всю Россию. А в Москве, я думаю, точно такой не будет. А Архангельск можно удивить и приорой красивой. А мустангом, я думаю, я буду один из самых крутых пацанов на районе. Следующим этапом тюнинга мы, естественно, сделаем керамику, чтобы машина выглядела еще более сочно. Приехали снова к парням в МРЕ Детейлинг. Они, кстати, совсем недавно переехали на Ленинский проспект. Макс, расскажи, как вы будете делать? Мы сначала отполируем данный автомобиль, потом покроем его двухкомпонентным керамическим составом от нашего немецкого партнера компании Nenalex. Еще нам нужно наклеить черные полосы. В какой момент это лучше сделать? Значит, промежуточно, после полировки, мы наклеим черные полосы на весь автомобиль. Ну, а после этого уже покроем керамикой. Огонь. На самом деле, один из самых сложных этапов, это оказалось сделать черные полоски. Мы до этого думали, что это просто фигня, но на деле спохватились в последний момент. Вот. И по итогу, короче, в одном месте мы купили пленку, в другом месте мы сейчас приехали. Вот, там мы расчертили, короче, погонный метр на полоски. По 1,40 длиной, чтобы хватило на все части. Плоттер разрежет, и у нас будет еще подложка, да? И по итогу уже будет ровное расстояние между полосками, да? Ну, нам останется только их наклеить, в принципе, как обычную наклейку. Но проблема там с бампером. Бампер очень такой, как бы, изгибистый. Вот, и поэтому надо будет еще кого-то позвать, чтобы кто-то наклеил. Ну все, в принципе, полоски у нас уже разрезаны. Вот их с трудом видно. Ровненькие, все четко. И теперь наложим подложку, чтобы мы еще ровно наклеили. А, лишнее мы сейчас сразу снимем, да? Мне кажется, вообще будет круто выглядеть. Желтая тачка, черные полоски, черные диски, черная тонировка. Красный салон у нас. It's hard days and it's hard months. Sometimes I don't know what to say. It's me all at once. My pride is getting in the way and I'm on the run. Scared that things are gonna change. What will I become? Nah, I can't take it sometimes. That's why I dive into rhymes. That's why we dive into lies. We digging deeper inside. We try to keep up with life. We hide our pain from the light. Do what we can to survive, but no. Я не знаю почему, но при таком освещении машина отдает немного оранжевым. Мне кажется, это будет как тачка такси. На самом деле, мы сейчас сделали полировку. Машина сочная. Прям такая вот, такой желтый цвет, которого именно мы и добивались изначально. Мы долго выбирали желтый цвет. Сейчас осталось наклеить полоски, затем сделаем керамику.
и после этого тонировки. Ну, блин, мне результат вообще нравится. Мне кажется, она просто вся блестит. Это, наверное, одна из самых красивых машин, которых мы прокачивали. Ну, в принципе, мы и стараемся каждую последующую сделать все лучше и лучше. Блин, так, нам не хватает музычки какой-нибудь лирической. Во, так-то лучше. В общем, друзья, это очень был волнительный момент. Дело в том, что мы почти все сделали по внешке, что касается краски, но все равно чего-то не хватало. Мы очень надеялись на полосы, что они изменят тачку, добавить стиля, но до конца не знали, как именно они будут смотреться. И сейчас мы их наклеили, уже сделали переднюю часть, и вы посмотрите на то, как у нас получилось. Только нам отдадут тачку, мы едем на смотру. С открытыми окнами под крутую музычку. Сделаем там кучу фоток. Разумеется, нам нельзя их будет сразу выложить. Ну, подождем, когда выйдут все серии. И тогда мой инстаграм начнет постить миллион фотографий с тачкой, со мной, с дрифтом на ней. Короче, мы едем на смотру, это точно. Каждой прокачкой я все больше удивляюсь, насколько керамика меняет итоговый вид авто. Просто посмотрите на эту красавицу. Макс, огромный респект. MRE Detailing выручает. Блин, выглядит она очень круто. Еще мы купили новые номера. Теперь у нас вот, посмотрите. Уже старые были дряхлые, просто убогие, сваренные вообще из двух частей. Теперь будет стоять вот такой вот номер. Новый номер, можно сказать, на новой морде тачки. Дальше у нас еще на самом деле самое важное, самое главное, это диски. Диски, как вы знаете, меняют просто 50% стиля. Это вы увидите в следующей серии. Также мы еще поставим тонировку. В общем, машина еще преобразится. Она уже выглядит круто, но будет еще круче. И пока вы смотрите тизер следующей серии, я вам расскажу о традиционном конкурсе тачки на прокачку. В этот раз напишите в комментариях, какой цвет нам красить следующую машину. В этот раз мы покрасили в желтый. Каждый раз мы стараемся делать машину уникальными. В общем, пишите, какие у вас есть какие-то оригинальные цвета, ну и вообще, какую машину брать. Также еще ставьте обязательно лайк и подписывайтесь на канал. И, конечно же, не забывайте про колокольчик, чтобы получать уведомления и не пропустить следующую серию. А в следующей серии мы отдадим уже эту машинку Ване. Я думаю, он будет в шоке. Ну а с вами был Дима Гордей. До новых встреч!